Привет, это снова Вадим. Мы с вами поверстаем сегодня. Да, как в прошлый раз, но с небольшим отличием. Я в этот раз хочу добавить долю практического чего-то. Ну, то есть мы с вами по-прежнему будем делать что-то такое около обучающее, ну, то есть больше разговаривать о том, как мы делаем, чем о том, что мы делаем. А, ну, разбираться в технологиях, как мы все с вами любим. Но а, хотелось бы, чтобы то, что мы сделаем, оно не просто служило демонстрационным целям, а как-то пригодилось в проекте. Поэтому сегодня мы будем верстать а, кое-что для сайта веб-стандартов. Вы, наверное, смотрели видео. А, были на конференциях или читали новости, или, допустим, слушаете подкаст веб-стандартов. Ну, в общем, это такая штука, которая длится очень-очень долго. И у нас много лет уже есть сайт webstandards.ru. И совсем недавно мы его перезапустили. Он работает как генератор статики, он из Markdown делает аштемальные страницы, там все статьи с 2010, -го, по-моему, года, их там очень много, они классные, мы будем добавлять туда события, все-все-все остальное, а там подкаст страниц, календарь, в общем, много, много классного. Пока там есть только статьи. Так вот, вышло так, что мы нарисовали дизайн к нему, сверстали его, все классно, адаптивно, mobile first, но в какой-то момент мы поняли, что нужно освежить дизайн, привести его к нашим потребностям от того, что просто было нарисовано для нас. Мы перерисовали немножко дизайн. Это все сейчас лежит в фигме, и сейчас планируем немножко его переверстать. Так вот, одним из претендентов на переверстку является шапка. Меню немножко поменялось и все остальное, но и в целом сайт будет освежаться. Так вот, я перерисовал макет фигме, и вот мы сегодня на его основе сегодня будем кое-что делать. Но мы не просто будем верстать шапку, это мы будем делать где-нибудь в следующих, наверное, эпизодах. А мы с вами сделаем основу для будущей верстки, что может быть основательнее, чем сетка. То есть в а, фигме есть направляющие для каждого из вариантов макета. Он адаптивный, там есть четыре, а, по-моему, варианта: S, M, L, XL. Да, четыре варианта а, макета. И а, вот эти вот брейкпоинты а, на них немножко меняется сетка. Так вот, мы вот эту вот сетку визуальную, которая лежит поверх макета, сегодня попытаемся сверстать. Причем очень модно и молодежно на чистом CSS. Давайте посмотрим на макет. Здесь у нас мобильная версия. Здесь у нас версия покрупнее. Здесь побольше. А здесь самая большая. И если на мобильной версии включить ту самую сетку, мы получим следующее четыре колонки, между ними отступы по 16 пикселей, по бокам еще 16 пикселей. Ну, в общем, все примерно так выглядит и так будет сверстано. На мобильной версии колонок становится 8 штук, отступы по бокам становятся пошире, между колонками остаются теми же самыми версия чуть побольше, наверное, уже маленький десктоп какой-нибудь или большой планшет, не знаю. Здесь боковые уши становятся еще больше, 32. Колонок здесь уже 12. Между ними отступы по-прежнему 16 пикселей. Ну и на самой большой версии принципиально ничего не меняется. Ну, немножко растут шрифты, но сетка остается той же самой. Те же 12 колонок, те же боковые уши по 32, отступы 16 пикселей. Как в нормальной адаптивной версии, колонки будут резиновыми а расстояние между ними и по бокам фиксированное. То есть то, что мы сейчас с вами видим в виде фиксированного, нарисованного на макете, нам нужно сделать резиновыми. То есть у нас есть какие-то брейкпоинты, в рамках которого колонки резинится, но их 4. Следующий брейкпоинт – колонки резинится, но их 8. И дальше уже 12, а четвертого у нас нет, потому что на на L и Excel у нас количество колонок и отступ по бокам и между колонками одинаковые. То есть у нас есть три состояния этой сетки, и она должна лежать поверх нашей верстки. Давайте вернемся в мобильную версию и внимательно сверим еще раз все параметры. Ширина вьюпорта или артборда у нас 304 пикселя здесь, боковые уши 16, между колонками тоже по 16. То есть мы замерили то, с чего мы начнем разрабатывать. Еще раз скажу про сетку. Сетка, про которую я говорю сегодня, вот эти вот направляющие, это та самая модульная сетка, вот эта вот классическая из типографики, швейцарский стиль, модульная сетка и вот это вот все. То есть это такое логическое построение, на основе которого располагаются элементы на макете. То есть это не говорит о том, что мы прям вот будем задавать какую-то сетку на грядах, в которой именно вот что-то там будет адресация, операции, распираться разные части а, макета. Нет, это будет логическое оверлей такой, по которому мы будем сверяться, попали мы в сетку или не попали. И оно будет еще и резиниться, ровно так, как будет резиниться контент нашей страницы. Ну, поехали уже в редактор. Здесь у нас очень простой шаблон, в который мы, в общем-то, возвращаться особенно не будем. У нас здесь есть класс grid на баде, и у нас файл grid.css подключен к странице. Мы идем в файл grid.css и начинаем писать наш grid. Ладно, ладно. Прежде чем что-то писать, давайте все-таки подумаем немножко. Какой особенностью должна обладать наша вот эта вот сетка виртуальная, которая лежит над макетом? Во-первых, она должна лежать над макетом. Это да. Это прям важно. Не под макетом, а над макетом, чтобы вот полупрозрачностью своей как-то накрывать и подчеркивать, смешиваться с цветами. То есть прям вот сверху. Еще важна ее особенность, что она не должна мешать с макетом взаимодействовать. То есть, несмотря на то, что она лежит сверху, ну как, шлепните какой-нибудь див поверх страницы, и все, вы, это как будто прозрачное стекло, вы сквозь него не продеретесь никуда. А, а нам нужно сделать так, чтобы можно было взаимодействовать со страницей. В общем, примерно такой набор задач, и еще важно, это все будет mobile-first. То есть мы сначала а, вот эти вот 304, 16, 16, 16, и по бокам 16 а, сверстаем так, а потом придумаем, как нам это все увеличивать для следующих вариаций а, нашего макета, до следующих брейкпоинтов. Ну давайте начнем. Грид. Класс. Тоже грид. И здесь псевдоэлемент. А почему псевдоэлемент вообще? Мы же хотим сделать такой блок, который кидается на страницу и становится сеткой. Вы могли заметить, что я кинул класс грид на баде. Мне больше нравится этот инструмент, такой класс helper который являются блоком с точки зрения, там, не знаю, бэма какого-нибудь, но вот с небольшим исключением, пожалуй. Это псевдоэлемент, у которого класса нет. Так вот, мне бы было удобно, если бы эта штука просто кидалась классом на любой существующий сеточный элемент и в рамках его становилась той самой сеткой. Ну, то есть в большинстве случаев это будет просто бади, но не хочется добавлять, удалять, прям вот элемент на страницу. Хочется просто добавить или удалить класс, и мне кажется этого будет достаточно. В худшем случае, если вам этот принцип не нравится, просто кидаете отдельный элемент, немножко правите селектор и все у вас продолжает работать. Ну, давайте мы его распишем. Position fixed top right bottom left и, например Background color RGB 255.0.0.0.1. Ну и не забудем, конечно же, контент. Это нужно, чтобы наш псевдоэлемент показался. Что за RGB такой? Без запятых и с прозрачностью. Это же RGBA, и там запятые нужны. Это просто новый синтаксис. Цвета в современном CSS и в современных браузерах, как вы видите, это работает, можно задавать в новом синтаксисе. Это RGB. То есть вам не нужно писать, писать отдельную функцию RGBA, чтобы указать прозрачность. Вы можете просто добавить слэш и указать степень прозрачности. Там 0,2-20% по сути. Я пишу его, потому что оно уже работает в браузерах, потому что это демка. А еще потому, что вот прям в рабочем коде веб-стандартов там есть пост CSS-ный плагин, который превращает эту новый синтаксис в зависимости от браузер-листа, то есть со списком браузеров, которые мы поддерживаем, превращает либо не превращает, но пока превращает в старый синтаксис, либо оставляет новый, то есть мы говорим, вот такие браузеры мы поддерживаем, а оно уже решает, нужно этим браузерам или не нужно а, полифилить, точнее, перетранспилировать пере, а, вот это свойство. То есть довольно удобно, можно писать современный CSS, по-настоящему современный CSS. Не фантазии, вложенности, все вот эти, ну, знаете, а, а нормальный CSS, который вот прям в спеке, в браузерах, просто нужна обратная совместимость со старыми браузерами. Ну, окей, одно требование мы выполнили. Наш блок растягивается на всю страницу, и все классно. Давайте мы проверим другое требование. Напишем здесь h1 веб-стандарты. Мы не можем взаимодействовать с контентом. Мы кликаем, а текст не выделяется. Чтобы исправить это, давайте добавим кое-что еще. Point events none. Блок лежит поверх страницы, но никакого взаимодействия с ним нет, потому что мы явно написали. Pointer Events, то есть взаимодействие с любым указателем, палец, мышь, стилус и так далее, никаких. Это очень классное свойство, которое позволяет вам говорить элементу, ты здесь визуально рендеришься и все остальное, но с тобой взаимодействовать нельзя. Это очень классная штука, это как а, замочек на слое где-нибудь, не знаю, там в фотошопе. А, элемент есть, но взаимодействовать с ним нельзя, как будто вот прям вот вы кликаете сквозь него. Pointer Events абсолютно огонь. Ну, сплошная заливка у нас есть. Класс. Но что нам нужно, по сути? Давайте еще раз посмотрим на сетку и попытаемся понять, как нам ее, собственно, реализовать на CSS. Идем обратно в дизайнерский наш макет и смотрим. Здесь не должно быть ничего прозрачность. Здесь должно быть сколько здесь? Видите? 56 пикселей. Ну и все они штуки должны быть одинаковыми. Раз, два, три, четыре. Ну и здесь тоже пустота, 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 пустота. А здесь вот полупрозрачный красный. Да, тот самый красный 10%. То есть нам нужно нарисовать что-то повторяющееся, нарисовать что-то, какую-то заливку цветную. И самый простой способ сделать это, это background image, в который положить градиент. Мы сейчас с вами с помощью градиентов нарисуем это. То есть можно было бы положить какое-то количество дивов, 12, например, залить их полупрозрачным красным, сделать из них грядовую сетку какую-то. И, допустим, когда у нас всего 4 колонки, прятать лишние 8, когда 8 колонок прятать лишние 4, а когда все 12 показывать все и перестраивать их. Я думал про этот вариант, но я подумал, что засорять разметку ради сетки, которая должна быть простым таким, знаете, включил, выключил, включил, выключил. Не очень не хочется. Один класс добавить, сетка появилась. Класс убрать, сетка ушла. Вот это удобство. Поэтому я сделал себе челлендж, сказал, окей, ты сделаешь это на градиентах. И вот сделал, точнее, вот мы сейчас пытаемся сделать. Давайте сначала разберемся, как градиенты работают. Просто начнем... Статически строить Не забывайте, что эта штука резиновая должна быть А мы с вами начнем статически строить Вот эту вот сеточку По очереди, по кусочкам Возвращаемся в код И начинаем писать градиент Background image Linear gradient И для начала направление To right Мы хотим, чтобы наш градиент Шел слева направо Вот так словами и пишем Дальше мы нарисуем колоночку шириной 16 пикселей. Начнем с нуля. White 0. White 16 пикселей. Black 16 пикселей. Сохраняем. И получили белую колоночку 16 пикселей. Резкий переход от белого к черному. И все продолжается дальше. Продолжаем рисовать колонку. Black 56 плюс 16 72, то есть black 72 пикселя, white 72 пикселя. Мы нарисовали 16-пиксельную колонку, 56-пиксельную колонку, и можем продолжить так рисовать все остальные. То есть мы так сможем с вами нарисовать всю нашу вот эту вот сеточку, а потом раскрасить в правильные цвета, и все готово, да? Ну, почти а, смотрите, в чем беда. У нас с вами а, на этом варианте макета 4 колонки, на следующем варианте 8 колонок, на следующем варианте. 12 колонок, и отступы по бокам меняются, и все остальное. То есть нам нужно, по сути, руками записать 4 разных сетки. И это не очень. Я бы лучше кое-что другое сделал. Я бы сделал повторяющийся градиент. То есть я бы взял и нарисовал одну колонку, добавил ей по бокам ушки, такие полуотступы, и повторил ее несколько раз. Представьте себе колонку и другую колонку. Между ними должен быть отступ 16 пикселей. То есть по бокам у каждой колонки должен быть отступ по 8 пикселей. Тогда стыкуясь, они будут давать 16. То есть колонка 8, 8, 8, 8. Они повторяются, и у нас получается сетка шириной с колонку, а между ними те самые фиксированные 8 пикселей отступа. Вот что-то подобное я хочу сделать. Давайте, собственно, закодим не linear градиент, а repeating linear градиент. Поменяем нашу функцию. Repeating linear градиент. Во, смотрите. У нас получилась уже готовая сетка. Но есть беда. Эта сетка сейчас слева включает 16 пикселей, как у нас на основном макете. Но нам потом эти 16 пикселей нужно иметь возможность менять, оставляя отступ между колонками 16 пикселей. То есть там 24, 32, а эта штука остается 16. Поэтому нам нужно убрать из нашего вот этого эм, градиента боковые отступы. Их как-то по-другому нужно нарисовать. Давайте попробуем, может быть, что-нибудь вроде бордера. Давайте напишем бордер. Border. border solid. А тут напишем, допустим, border with что-нибудь типа 0,16. То есть мы можем менять ширину рамки в одном месте. 32, 24. И градиент, как вы видите, рисуется рядом с рамкой, начиная от рамки. То есть мы с вами должны придумать ситуацию, в которой нам этот градиент не мешает. Колонка начинается сразу от рамки. Давайте выдумывать. Переделаем немножко наш градиент. У нас по бокам будут уши 8-пиксельные, и мы их будем повторять. То есть белый 8-пиксельный, дальше черный 8-пиксельный, дальше у нас 56 плюс 8, 64 и 64. Уже получше. Пришло самое время абстрагировать наши магические числа в переменные. То есть у нас есть 8 пикселей, есть там 16 пикселей, есть 24, есть 64, 72, откуда они вообще берутся? Ну, это потому, что я на лету складываю там, 8, а там, 56 плюс 8 будет 64, плюс там, 72, у нас колонка такая. Ну, есть я, я уже немножко повозился с этими макетами, я уже знаю все эти числа. Но если вы первый раз смотрите на код, у вас такое: «э», «что это», что это, как это? Как это настраивать? И вот здесь самое важное. Если мы абстрагируем все это в переменные, мы с вами сможем настраивать потом этот градиент, настраивать эту сетку. Наша задача не просто сделать для макета шириной 304 пикселя сетку, которая вот жестко встала. Нам нужно сделать, чтобы если было 310 пикселей, 320 и так далее, и так далее, оно резинилось. Ну ладно, это мы сделаем но когда оно перескакивает дальше, 8 колонок, 12 колонок, нам нужно тоже что-то очень быстро менять, прокидывать новые переменные. Так вот, переменные как раз идеальная вещь. Мы сможем в медиавыражениях менять 2-3 свойства вместо того, чтобы переписывать весь градиент целиком. То есть мы создаем, по сути, такую функцию и будем передавать в нее параметры. И эти же параметры в зависимости от ширины экрана могут тоже меняться. В общем, давайте займемся первоначальной абстракцией, а потом уже будем всякие а, медиавыражения пробовать. Давайте вынесем наши переменные куда-нибудь сюда. Uh, grid Sites это у нас уши по бокам. 16 пикселей. Grid Gutter это у нас расстояние между колонками grid columns — это количество колонок. Ну и начнем их, собственно, внедрять в нашу функцию. Для начала внедрим grid gutter. Нам нужен не целый gutter, а его половинка. И так и напишем. Calc var grid gutter делим пополам. Отлично. Ничего не поменялось. Это хороший признак и заменяем его здесь же. Ну и grid sites, это наши уши, за него отвечают border, поэтому мы его сюда поставим. Сейчас у нас 24, это неправильное значение для этого макета, поэтому ставим правильное. var grid sites. Но у нас все еще есть проблема здесь. Смотрите, у нас здесь 16 пикселей, здесь 8, и в сумме это ну никак не 16 дает. Нам нужно сделать что-нибудь такое, чтобы компенсировать все это. Давайте попробуем посчитать на лету, чтобы наши уши учитывали этот отступ. Так и сделаем. Наш grid сайт будет получать половину нашего grid а и отступать не так сильно. Калк. Еще один калк. И здесь что-нибудь такое. Grid сайт минус Grid Gutter пополам. То есть 16 минус 16 на 2, 16 минус 8 будет 8. И получается уже что-то очень похожее. То есть мы боковой отступ задаем нормально 16 пикселей, а потом компенсируем его на лету с помощью калка. Но у нас все еще не очень красиво. У нас отступ между колонками почему-то 8. То есть, ну, почему 8? Потому что мы взяли и сказали белое, черное, белое и белое 8 пикселей. И оно должно стыковаться как? 8 плюс 8 16, да? Но не совсем. Когда мы писали обычный градиент, который линейный, мы могли себе позволить сказать типа белый, черный, белый, ну и что-нибудь там. Когда мы пишем повторяющийся линейный градиент, нам нужно быть очень точными. Мы должны сказать, это 0, это 8, это 64, а это 72. Чтобы именно 72 было концом нашего повторяющегося линейного градиента, и чтобы с него началась стыковка следующей части. Поэтому давайте более точно опишем наш градиент. Добавим еще кое-что. White 72 пикселя. Хоба. Уже ничего? Ну что значит ничего? Готово. Давайте э, сделаем кое-что. Мы вот эти вот наши цвета, черный, томатный, вот эти вот все мои любимые именованные цвета, мы приведем к реальным. То есть нам не нужны цвета. Нам в одних местах нужна прозрачность, а в других полупрозрачность. Давайте сделаем уже наконец-то. Давайте заведем наш цвет в переменную. Grid color rgb 2, 5, 5, 0, 0, слэш 0, 1. ну и уберем кстати фон он нам будет мешать когда цвет станет полупрозрачным фон убираем grid color и начинаем вместо white у нас должно быть transparent transparent и снова transparent вместо черного у нас должна быть наша цветная переменная grid color еще раз grid color и вместо белого снова transparent. Transparent. Сохраняем. Класс. А, ну еще рамку забыли. Давайте рамку сделаем. Вместо томейта напишем transparent. Да. Ну все, сетка готова. Вроде бы как. Ну, точнее, какой-то этап этой сетки. У нас уже есть отступы по бокам нужные. 16, 16. Отступы между колонками 16, 16. И ширина наших колонок. Но нюанс. У нас все захардкожено. У нас вот эти вот числа 64, 72. Ну, то есть мы какие-то части вынесли в переменные, но какие-то остались вот прям жесткими. И даже если мы их тоже вынесем в переменные, ничего особенного не поменяется. Вот 56 мы вынесем в переменные, начнем складывать там с, с гаттерами или с, полу, с полугаттерами. А смысл не в этом. Смысл в том, чтобы получить резину, значит, нужно значение указывать не в пикселях, значит, нужно что-то рассчитать. И главное, что нам здесь нужно рассчитать, это ширину колонки. Смотрите, вспомним макет. Fix, резина, фикс, резина, фикс, резина, фикс. То есть у нас резиновые только колонки. Поэтому нам нужно придумать, какой ширины будет колонка, если не в пикселях. Нужно что-то посчитать. Возьмем и заведем новую переменную. Grid column width, ширина колонки, по сути, и здесь сделаем какой-нибудь мощный calc, потому что без него здесь не обойтись. calc, и начнем считать. Что такое ширина колонки? У нас это э, 56 пикселей, ну просто, да. Нет, что такое динамическая ширина колонки? Давайте подумаем. У нас есть родитель, у него ширина 100%. В родителе есть 4 колонки. Если мы возьмем и разделим ширину родителя на 4, мы получим ширину колонки... Почти, близко. То есть мы можем сказать 100% разделить на column number или какая у нас там переменная и получить те самые вещи. Ну, по сути, 25%. Но это еще не все. У нас у колонок по бокам есть фиксированные отступы, и между ними есть фиксированные отступы. И если боковые вот эти вот уши у нас зависят только от переменной, то внутренняя колонка зависит от переменной. Ну, у нас есть ширина, это 16 пикселей, например, постоянная. И еще от количества колонок. Сколько колонок? Настолько нужно поделить 100% и настолько нужно умножить количество вещей, которые мы отнимаем. Давайте все то же самое, что мы сейчас сформулировали, запишем внутри калка. Начнем с простого. 100% разделить на grid columns. То есть мы сейчас просто получим четверть от ширины родителя, потому что колонок у нас 4. То есть мы сможем, меняя эту цифру, получать разные результаты. Классно. Давайте начнем компенсировать. У нас это не просто 100% ширины. У нас нужно сначала э, нам отнять ширину наших колонок, умноженное на количество этих колонок. Давайте так и сделаем. То есть нам здесь нужно всякие штуки делать, поэтому ограничим это в скобочки и, допустим, отнимем ширину колонок, то есть var grid gutter умноженную на количество колонок, на grid columns. Сохранили, ну, понятное дело, ничего не меняется. На самом деле все немножко не так. Если у нас 4 колонки, да, 4 колонки, то отступов между ними 3. То есть 1, 2, 3. То есть нам нужно умножать на количество колонок минус 1. Не совсем, смотрите, у нас а, не идеальные колонки. У нас колонки с ушами по бокам. То есть у нас 3 отступа между ними и еще 2 полу-неуха. Два полуотступа между колонками по бокам. То есть, по сути, у нас сколько колонок, столько и фикса к ним привязано. Поэтому мы не вычитаем вот эти вот ушки, мы их оставляем. И нам не нужно делать количество колонок минус один, когда мы считаем ширину а, отступов между ними. Ну, то есть, такая вот легкая компенсация. Можно было бы, конечно, записать это более подробно, но я подумал: тут и так непростой калк получается, так что сделаем попроще. В итоге мы получили переменную Grid Column Width, в которой у нас хранится ширина колонки. В нашем случае это 56. Но здесь у нас есть уже 64. То есть мы складываем 56 плюс 8, а здесь еще 56 плюс 8 плюс 8, чтобы сделать нормальную ширину. Поэтому давайте сделаем а, те же самые расчеты, используя нашу переменную. Идем сюда и... 64 выражаем таким образом. Calc. Grid column width плюс var. Grid column gutter, делить на 2. Сохраняем. Ничего не меняется. Как я вам уже говорил, если ничего не меняется, иногда это очень хороший признак. Значит, мы правильно рассчитали. Вставляем эти же импровизированные 64 пикселя сюда же. И сюда же просто не делим его на два. Сохранили. Опять ничего не поменялось. И вы можете снова сказать: ну, ты там делишь на два, а тут не делишь на два. И можно было бы целиком эту формулу расписать. Ну да, наверное, но. Камон, демка. Если вы хотите сделать максимально подробный код, понятный, вы введете дополнительное количество переменных, напишите документацию и все остальное. Я пытаюсь сделать это все максимально понятным, абстрагировать и так далее, но я не дохожу до какого-то экстрима. Если у вас это действительно какой-то внешний компонент, которым пользуетесь не только вы, который нужно хорошенько документировать, объяснить, если он еще в open source лежит, это понятно. Все-таки я немножко держу себя в руках и не пишу из этого прям какой-то супер большой проект. Ну, просто играю но ну, сначала давайте поймем, получилось ли у нас, потому что у нас последние там, минут 10 ничего не менялось. Мы просто абстрагировали. Но надо пощупать, она вообще резиновая или нет? Ну давайте щупать. Идем. Резиновая. Из-за того, что мы калк используем не, с, не просто с фиксированными единицами, а сочетаем резину с фиксом. У нас получилась резиновая колонка. То есть 304 ровно по макету: 16, 56, 16, 56 и так далее. Остается настроить эту колонку в зависимости от ширины. Давайте посмотрим на макете, какие у нас есть брейкпоинты. Не обязательно, что они такие же будут в проекте, просто ну, макеты так нарисованы. А уж где вам менять сетку, нужно решать по контенту в каждой конкретной ситуации. Но мы будем опираться на то, что у нас есть. Возвращаемся на макет и смотрим. У нас есть тип страницы M. Это у нас 736. Так и запишем. Это media min width 736 пикселей. И здесь мы что-то хотим поменять. Чего мы хотим поменять? Переменные наши. Берем и копируем то, что мы хотим поменять. Grid before. И в рамках этого grid before а что-то меняется. Ну, вот эти вот штуки у нас остаются одинаковыми везде. Меняются уши и меняется количество колонок. Давайте посмотрим. На M-макете у нас 1, 2, 3. 8 на 3 24. Количество колонок 2, 4, 6, 8. Пишем 8 колонок. И уши у нас 24. Меняем ширину макета. Так, 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 так. Хоба. Прыгнула. Хм. Что-то некрасивое, смотрите. По бокам какие-то штуки появляются некрасивые. Откуда это? Хм. Давайте, может быть, попробуем кое-что поменять. Смотрите. У нас, кажется, бэкграунд повторяется повторяющийся линейный градиент – это когда у нас мы говорим залей все пространство нашей фигуры, которой мы задаем фоновый цвет повторяющимся паттерном. И получается в нашей ситуации, что у нас вот сеточка повторяется, а потом и туда повторяется, и туда повторяется, и кажется, это она там торчит. Давайте попробуем убрать повтор. Background repeat no repeat. Попробуем еще раз. Да, все нормально. Уже не повторяется. И сетка прекрасно адаптируется. Ну, давайте посмотрим, что у нас дальше. На макетах размера L у нас ширина 1008. Так и сделаем. Скопируем. И 1008. Там у нас, я помню, колонок 12. А уши у нас там. Раз, два, три, четыре, восемь на четыре, тридцать два. Тридцать два. Добавим местечко, чтобы поместилось, и начнем. Четыре колонки, восемь колонок, двенадцать колонок. Ну, в общем-то, все. Что у нас есть с вами сейчас? У нас есть класс, класс grid, который мы можем легко повесить на баде, который создаст псевдоэлемент, который спозиционируется фиксированно на все окно, не будет мешать никакому взаимодействию и будет рисовать колонки заданных параметров. То есть мы можем взять любой макет, посмотреть, какие там параметры, количество колонок, как они меняются, какие между ними отступы, какие у них уши и так далее. Я понимаю, что это не супер универсально. Ну, то есть, смотрите, бывает, что колонки фиксированные, бывает, что отступы между колонками резиновые, а, бывает, что уши, вообще, их вообще нет, нужно упираться в края и так далее, и так далее. Ну, то есть, в принципе, я сейчас сделал сетку для одного конкретного проекта, для проекта веб стандарты на основе его макета. Но если взять сам принцип, ну, то есть, измерить ваш макет и понять, нужны вам уши или нет, резина или не резина, вы можете все то же самое сделать сами. То есть попробуйте для своего проекта, если у вас есть макеты или для будущих проектов, что-то подобное использовать. Мы совершенно точно будем это использовать на сайте, может быть, где-нибудь в курсах Академии тоже пригодится. В общем, кажется, у нас появился универсальный сеточный компонент именно вот этого оверлея. Я изобрел эту штуку? Конечно, нет. Много раз пытались люди сделать что-то подобное, рисовать градиентами, еще что-то такое. Но я пока не видел ничего такого, что удобно адаптируется резиново-фиксированная и, ну, так красиво рисуется. Ну, то есть, с удовольствием посмотрю на примеры похожего, сделанного, если вы знаете, в комментариях и где вы там а, меня можете найти в соцсетях. Но а, вот мы сегодня с вами разобрались с линейными градиентами, повторяющимися линейными градиентами, отступами, а, колонками и вообще а, модульными сетками, как они устроены, и, может быть, чего-то нового узнали. Если нет... Хотя бы развлеклись немножко. Ну теперь точно, все, сказать особо нечего. А, ну хочется только напомнить, что это видео первыми увидят патроны. Если вы хотите быть среди них, вы знаете, что делать. Ссылки в описании. А, вы можете стать патроном, получать эти видео на день раньше и всякие дополнительные штуки, которые мы будем а, с патронами придумывать прямо там на патреоне. А если нет, ну просто подпишитесь, лайкните и что вы можете еще сделать? А, YouTube начнет рекомендовать эти видео кому-то еще. Так что, если вам нравится, рекомендуйте, лайкайте и а, оставайтесь с нами. Ну, в общем, увидимся как-нибудь в следующий раз. Наверное, что-нибудь что снова поверстаем. Или я давно ничего не разбирал, или какой-нибудь лайв сделаем. В общем, ну, вы, кажется, поняли. По-моему, я действительно вернулся на YouTube. Ладно, все. Пока.